Неухоженные деревья, заросли кустарника, пепелище и бытовой мусор. О том, что здесь было до пожара, помнят, пожалуй, только старожилы. Здесь барак был леспромхозский. А что с ним стало? То есть сгорел или что? Когда это... Сгорел он, да. Сейчас как леспромхоза нет, он на балансе леспромхоза был. Угу. Вот его. Ну как и... давно сгорел? Больше лет, наверное, 8-10. С тех пор здесь фактически не ступала нога человека. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, на Осипенко появились коммунальщики. При помощи тяжелой техники рабочие начали разбирать завалы десятилетней давности. Сотрудники комитета по управлению имуществом города объяснили, что все это время земля действительно принадлежала леспромхозу. Но в этом году предприятие окончательно перестало существовать. На сегодняшний день эта земля городская, сейчас коммунальная служба города производит ее очистку. И в течение следующего года мы планируем на данном земельном участке либо сами будем осуществлять строительство многоквартирного дома, либо будут проводиться торги по предоставлению этого земельного участка в аренду, но однозначно там будет построен многоэтажный. Наталья Васильева, Анжелика Бородино. Новости Димитровграда.